встретились однажды ежик и гусеница под красивой наливной яблонькой и завели разговор. «Какие красивые яблоки на этой яблоньке! Нужно набрать много-много!» «Хватит, я одного, чтобы наесть!» «Ты что, гусеница, не знаешь? Сегодня праздник яблоневый спас!» «Кто спас? Кого спас? Зачем спас?» «Эх ты, гусеница бестолковая, только о себе и думаешь! А ведь яблоки испокон веков помогают всем, и людям, и животным, и насекомым!» «Как помогают?» «Яблоки спасли от голода, не спасают до сих пор всех-всех-всех! Есть такая традиция доить, угощать яблоками, всех на яблоневый спас и желать всем здоровья, благополучия!» Вдруг ежик и гусеница услышали голос возле яблони. «Я яблоко наливное, вкусное такое, хочу вас угостить собою. Берите много-много, варите компот, варенье, чтобы ни одно яблоко не пропало. С голоду точно не умрете, а нам яблокам слава и почет. Надо думать не только о себе, но и о других. Может, надо кого-то спасти, помочь».